многопильный торцовочный станок. Вот. Сейчас он исполнен с 3 пильными узлами. Можно до 5, до 6 пильных узлов сделать. Ну, такая серьезная конструкция получилась. Мощная, удобная. Вот. То есть здесь у нас можно перемещать пильные блоки. Вот. Фиксируются очень хорошо, они жестко, да? То есть вот всего уже не сдвинешь, когда зафиксировал, то фиксируется в 2 местах. Вот, и никакие шпильки уже не понадобятся. Вот, стоит жестко. Массивная конструкция, станины и самих кареток. Вот. Очень удобный, хороший станок. Сейчас обойду с другой стороны его. Сейчас мы несколько брусочков пропилим, и чтобы посмотреть, как это выглядит в работе. Так, запускаем станок. Наполовину подряд. На среднюю скорость ставим. Вот, и брусочки. Брусочки на 1,5 метра торцевали.